Да, я дошел до этого места. Сегодня в планах у меня приготовить, поесть курицу. Это значит, курица была запеченная в глине. Предварительно я ее замариную, потом заверну ее в фольгу, а потом уже замажу ее, ну, примерно сантиметровым слоем глины. Данный способ я еще услышал, когда учился в школе, когда учитель по БЖ нам рассказывал про этот способ, но только там речь была про дичь. И, в общем, дичь можно было даже перья не ущипывать, а просто, ну, выпотрошить ее и также вместе с перьями ее завернуть в глину. Перья — это как бы типа такого каркаса, чтобы сама глина не разваливалась. В общем, получается, я сделаю, как заверну курицу в фольгу, и потом уже сверху замажу глиной. Фольга, как бы, она будет отсекать мясо от глины, чтобы как бы глина не передала свой вкус мясу. Ну, дело это, думаю, что не быстрое. Сначала надо вот мне выкопать ямку, развести там костер, потом уже на эти угли положить завернутую курицу, в помещенную в глину замазанную, а потом немножко прикопать и сверху снова разжечь костер. Ну вот, я развел костер, довольно-таки уже нормальный. Сейчас немножко подожду, чтобы он это прогорел у меня, чтобы были угли. Ну а сейчас займусь подготовкой курицы, это замариную ее. Ну и надо еще будет тут приготовить также глину, чтобы можно было ее обмазать. Это у меня соль, продается на магазинах обычная соль, называется она как вкусная, что ли. Так, масло. Немного ее обмажу, чтобы она такая вся обмазанная была и ручка подпеклась и прилипала по возможности. Это у меня паприка. Подкопченная тоже. Сейчас еще ее обмотаю дополнительной веревкой, чтобы она как бы форму держала. Ну вот и так она у нас сейчас будет аккуратно здесь лежать. Замотаем ее. И пускай она лежит, маринуется у нас, пока прогорают угли.
Ну вот такой комок из фольги у нас получился. Все, пускай оно сейчас у нас маринуется, пока там уголь прогорает, а потом уже положим ее туда. Ну вот какая-то часть уже дров у меня тут прогорела. Сейчас вот эти большие палки уберу в сторону сюда. Потом курицу положу, немножко прикопаю сверху сухой землей и уже снова получается разведу костер. Ну вот я набрал глины в ведро, налил сюда воды. Сейчас сделаю такую консистенцию, чтобы как бы ее можно было намазать, чтобы она как бы такая липкая была. Ну и намазать ее, в общем, можно было. Сейчас она и так вот подобие каши. Когда-то надо еще, наверное, глины было добавить, более жидкая она, ну или перемешать посильнее. У отца взял вот такую саперную лопатку. Ну все, в общем, я сформировал вот такой комок. Ну все, курица у нас закопана, лежит под костром. Сейчас будем ждать, когда костер прогорит. Но периодически я буду подкидывать здесь, чтобы как можно было больше углей, чтобы это место больше прогревалось и, соответственно, быстрее готовилось. Скучно было, решил я сделать донку. Для этого взял вот такую бутылку, леску, и еще у меня грузило вот такое есть. Тут вот рядышком есть поводок. Предварительно сделал отверстие ножом в крышке, и вот здесь еще сделал отверстие. Ну вот показываю то, что я сделал. Здесь у меня получилась вот такая вот петля. Здесь пропустил леску, и она у меня вот уходит сюда, в середину. Теперь закрываю крышкой. Можно даже подтянуть вот здесь. Здесь у нас будет втыкаться палка, и на палке уже будет висеть бубенчик. Теперь наматываем сюда леску вот так. Она будет при забросе отсюда, как со спининговой катушки, сбрасываться легко. Ну, вот такая у меня конструкция получилась. На всякий случай я поставил сюда вот один еще стопор, и здесь два поставил. Здесь у меня просто как бы вот такая вот петля. Тут уже приготовленный вот поводок. Сейчас его продеваю. Все вот так тоже у меня тут получилось. Вот такой на берегу я нашел пенопласт. Сейчас поставлю его. Так-то бы, конечно, бы в идеале еще вот сюда бы червячка. Я обычно пенопласт вот сюда вот так продевал. И здесь у меня червяк. То есть пенопласт от дна поднимал крючок. И он там как раздражитель так вот болтался. Действовал на рыбу. Но сейчас на данный момент не знаю, попробую похожу в кустах, может найду здесь червячка, насажу,
Ну, а пока так оставлю. Поставлю, наверное, другой. Крючок еще большой у меня. Этот крючок-то я использовал для ловли налима. Ну, пока оставим его вот так. Все, донку я закинул. Вот так вот я вот сделал. Здесь у меня леска идет. Сверху бубенчики. Ну а бутылка, которая, с которой леска сматывалась, она вот здесь вот у меня. То есть если будет поклевка, вот так будет это все дело происходить. Единственное, здесь надо было мне побольше лески намотать на бутылку, чтобы дальше можно было закинуть. Ну ладно, посмотрим. Сейчас на данный момент на улице тепло. И здесь глубина большая. Думаю, особого смысла нету туда закидывать. Потому что, скорее всего, рыба будет она выходить ближе к берегу. А там глубина у нас 25 метров. Думаю, на данный момент, скорее всего, лучше ближе к берегу закинуть, чем на глубину. Сейчас попробую, похожу здесь, поищу, может быть, червей найду. Но если получится, то насажу червячка. Наверное, думаю, так будет результативней. Погода все хмурится и хмурится, как бы реально дождь не начался. Так вот, временами сижу, так такие небольшие капельки падают на меня. Небо тоже все уже вон такое затянутое. Тут у меня продолжает гореть костер. Уже угли вон там в самом низу. Я стараюсь немножко сделать костровище пошире, чтобы охват был больше. Ну а также донка у меня здесь стоит, закинута. Леска тоже натянутая. Пытался полазить там наверху, по кустам, может найти, думал, какие-нибудь там червей или каких-нибудь личинок, ничего не нашел. Да и берег здесь, он как бы такой глинисто-песчаный, думаю, здесь что-то нереально что-то найти. Пока я вам рассказывал, у меня вода закипела. Нужно будет сейчас заварить чаек. Ну все, заварила себе чаек. Сижу, наслаждаюсь этим видом. Погода просто отличная. Ветра вообще не стало. Также вот сейчас стоит у меня донка. Ну, на донке там у меня, как я уже показывал, просто пенопласт. Так бы, конечно, бы получше было бы, если бы там бы черви были бы. Обычно на пенопласт клюет у нас лещ. Ну, я сюда не за рыбой пришел, сразу же говорю, просто отдохнуть. Ну и так, между делом, закинуть донку. В следующий раз, да, можно будет прийти уже конкретно попробовать порыбачить, да и надо уже сделать ролик на полноценную рыбалку. Но пока на данный момент все, вот я хожу в такие вот походы, больше мне нравится. В ближайшее время обязательно сделаю ролик, чтобы была там рыбалка. Время еще у нас много, лето только начинается, так что все будет. В общем, сейчас я просто сидел, наблюдал, смотрю, у меня колокольчики начали тихонечко побрякивать.
Я сразу же камеру хватаю и ставлю ее, чтобы, думаю, наверное, поклевка. Сейчас вытаскивать буду на камеру. И как по закону подлости, и раз, все перестало. Видимо, погоду я действительно сглазил. Начался небольшой такой дождик. Но он уже как бы то есть, то нету. Подожду, когда у меня здесь полностью все вот эти дрова сгорят. И, наверное, тогда буду уже разгребать и доставать курицу. Ну все, вот наконец наш костер прогорел. Сейчас угли откидываю, достаю оттуда курицу, пробуем, разворачиваем ее, смотрим, что получилось. Надеюсь, она приготовилась. Даже по времени я не могу сказать, сколько она у меня там находилась, но думаю, что часто точно прошел. Ну и потом уже посмотрим, что у нас там, как она запеклась, не запеклась. Мне уже нравится, как выглядит сверху. Такая она розовенькая, румяная. Ну вот и все-таки начался дождь, небо полностью все вообще затянуло. Давайте попробуем, что у нас там получилось. Ну все, вот я попробовал уже курицу. Получилась она довольно-таки сочная, вкусная. Немножко вот здесь, конечно, она не так подрумянилась. Видимо, с этой стороны костер больше был. Ну а так, просто отлично, мне понравилось. Мясо сочное, вкусное. Ну все, друзья, наконец-то я свою курицу приготовил. Получилось просто отлично. Мясо вкусное и сочное. Погода испортилась, на улице идет дождь. Небо все затянуто. Пока, как говорится, есть возможность, надо уйти. Всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.